Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и я помогаю людям. Итак, сегодня наше видео о БАДах, биологически активные добавки. Ну, вы прекрасно видите, что я открыл страницу в Википедии, и давайте вообще почитаем, что это такое. Биологически активные вещества и их композиции предназначены для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Ну, смотрите, большинство продуктов, которые мы употребляем, покупаем в магазинах, в сетевых магазинах, они уже содержат БАДы, так как БАД используется в животноводстве и птицеводстве. Что еще написано? В России нет цельной системы нормативной базы регулирования сферы оборота БАДов. То есть в результате БАД стал объектом бесконтрольной коммерческой деятельности с недобросовестной и агрессивной рекламой. Сегодня многие БАДы рекламируются как лекарства, но на самом деле ими не являются. Коммерческие фирмы нередко производят их кустарным способом. Толкование БАД стало двусмысленным как среди потребителей, так и среди медицинского персонала. Это зачастую приводит к серьезным заблуждениям, неправильным действиям. Современная реклама БАД и лекарственных средств, а в особенности телевизионная, создает высокую степень риска для потребителя. Дорогие друзья, вот что я вам хочу сказать. Смотрите, я не знаю, насколько будет полезно вам это видео. Смотрите, здесь есть, не знаю, насколько хорош БЭПИК, там ПЭПИК, МЭПИК, давно его муссируют в интернете, но его настолько агрессивно муссируют, что я даже не могу сказать. То есть я могу сказать, что это не полезно. И, как вы видите, название у этого видео — БЭПИК, как врач успешно продвигает бизнес через интернет. Врач не может продвигать бизнес через интернет. Им это запрещено. Это первое. Задал вот этой Раиле Иваевой. То есть она влезла в эту, ну, я не знаю даже, ну, как секту. Ну, больше она на секту похожа. Вот это БАД-движение. Там какой-то идейный вдохновитель у них есть. И он деньгами вот так тычет в экран и говорит: да, ребята, да, да, это деньги, деньги, деньги. Задумайтесь, я приношу пользу, то есть я вам сейчас даю информацию, я не говорю, что это плохо, либо хорошо, но отзывы, которые я в интернете вижу, там практически это как панацея от всех болезней, БЭПИК — это панацея от всех болезней, то есть вы покупаете таблетку, вы вылечиваете рак, вы вылечиваете простатит, геморрой и все-все-все болезни, которые не лечат врачи. Итак, разговор у нас пошел именно за врача. Врачам запрещено продвигать какие виды биологически активных добавок. Врачи должны лечить. Мне ответили: она теперь не врач, а приносит больше пользы людям. Правильное питание – это не лечение. Причем тут биологически активная добавка? Если она продвигает правильное питание, если она БАД, который продается в аптеке, он, ну, кроме как по телевизору и где-то в интернете, он больше нигде не распространяется. А тут врач, здесь написано врач, а оказывается, она уже не врач, она интернет-предприниматель, который дурит людям голову. Вот первоначально подумайте о том, чем вы занимаетесь, что вы даете людям. На самом деле это полезно или это просто, как вот помните, такая история была про Хаджуна Средину и таблетки для ума, когда он богатого человека накормил козьими какашками. Может, вас кормят козьими какашками? Может, это просто самовнушение? Может, это ничего не значит? Итак, прежде чем что-то рекламировать, используйте это на себе и давайте честные отзывы. Еще ни одного честного отзыва я не видел, потому что эти люди продвигают, да, они продвигают правильное питание и говорят, как правильно питаться. И БАД тут абсолютно ни при чем. Если вы начнете правильное питание, откажете от нескольких продуктов, у вас организм начнет самовосстанавливаться. Пока вы употребляете эти продукты, вы
губите свой организм. И никакие БАДы, никакие БЭПики, никакие МЭПики и никакой сетевой маркетинг вам не поможет восстановить ваше здоровье. Насколько было полезно это видео, я не знаю, но тем не менее, всегда задумывайтесь, когда людям что-то предлагаете. Если вы решили на них срубить бабла, так и говорите: ребята, я купил таблетки для ума, они мне раскрыли ум, и теперь я вот эти козьи какашки предлагаю вам, чтобы они вам раскрыли ум. На этом я заканчиваю. Ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Но я считаю, что БАДы — это просто таблетки для ума от Хаджи Насреддина. Так называемый это продукт, не плацебо, просто плацебо, просто самовнушение. На этом заканчиваю. Всем привет.